Беседа о жене Хананейской, сказано по возвращении святителей из ссылки. Велика буря, но она не помешала усердию пришедших сюда. Велики искушения, но они не уничтожили вашей привязанности. Церковь не перестает испытывать нападения и побеждать, подвергаться козням и преодолевать. Чем более иные нападают на нее, тем более она умножается. Волна рассеивается, а камень стоит неподвижно. Днем поучение, ночью стеночные бдения. День соревнует ночи. И там собрание, и здесь собрание. Ночь делает исторжище церковь. Усердие сильнее огня. Вы не нуждаетесь в увещании и сами показываете усердие. Кто не удивится, кто не изумится? Не только бывшие нашими не отсутствуют, но и не бывшие присутствуют. Такова польза испытаний. Как дождь, падая на землю, пробуждает семена, так и испытание, входя в душу, возбуждает усердие. По слову Божию, церковь непоколебима, врата ада не одолеет ее. Кто нападает на нее, тот губит самого себя, а церковь является сильнейшею. Кто нападает на нее, тот разрушает собственные силы, а наш трофей делает блистательнейшим. Славен был Иов и прежде, но после стал еще славнее. Не так был он славен, когда имел неболезненное тело, как славен стал тогда, когда был увенчан гноем ран. Никогда не бойся испытаний, если душа твоя приготовлена к ним. Скорбь не вредит, но соделывает терпение. Как огонь не портит золото, так и скорбь не вредит доблести. Что делает огонь с золотом? Очищает его. Что производит скорбь, переносящим ее? Терпение. Она возвышает его, прогоняет леность, сосредотачивает душу, делает ум осмотрительнее. Враги воздвигли гонения для того, чтобы разогнать овец, а вышло противное. Оно привело пастыря. В каком положении наши дела? В благополучном. В каком их дела? В бесславном. Где их дела? Их и не видно. По торжищу хожу и никого не вижу. Были листья, но подул ветер, и они опали. Была мекина и развеялась. А зрелый плод открылся. Было олово и растаяло, а золото осталось чистым. Что, кто гонит их? Никто, но совесть их враг, сопровождающий грехи. Они знали, что делали. Так и Каин хотел убить брата своего. Когда он хотел убить, то действовала страсть. А когда совершил преступление, то стенает, трясясь, стал ходить по всей вселенной. И они, если не убили на деле, то убили намерением. Убийство совершено, насколько зависело от злобы их. Но жизнь сохранена по милости Божией. Говорю это для возбуждения вашей ревности, чтобы вы никогда не боялись испытаний. Ты камень? Не бойся же волн. Так как на всем камне, сказал Господь, созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Бывают войны иногда вне, иногда внутри, но никогда не потопить этот корабль. Впрочем, чтобы не тратить всего времени на осуждение врагов, предоставим их угрызению совести. Пусть этот палач терзает их душу и ум с нечестивыми пожеланиями. Пусть они бегают, когда никто не гонит. Пусть подвергаются стыду, когда никто не враждует против них. А сами мы предложим обычную трапезу. Несправедливо тратить время на обличение врагов и оставлять детей, изнуряться голодом. Итак, вчера предлагал нам трапезу Павел, сегодня Матфей. Вчера делатель палаток, сегодня мытарь. Вчера хулитель, сегодня похититель. Вчера гонитель, сегодня корыстолюбец. Но хулитель не остался хулителем, а сделался апостолом. И похититель не остался похитителем, а сделался евангелистом. Я упоминаю о прежних пороках их и о последующих добродетелях, для того, чтобы ты знал, какова польза покаяния, чтобы тебе никогда не отчаиваться в своем спасении. Учители наши прежде известны были по грехам, а впоследствии прославились праведностью. Мытарь и богохульник – крайней степени нечестия. В самом деле, что такое звание мытаря?
узаконенное хищничество, дерзновенное насилие, несправедливость, защищающаяся законом. Мытарь хуже разбойников. Что такое звание мытарем? Насилие, укрывающееся под предлогом закона, обращающее врача в палача. Разумеете ли, что я сказал? Законы – суть врачи. А здесь они делаются палачами, потому что не лечат рану, а увеличивают ее. Что такое звание мытаря? Бесстыдный грех, ничем не оправдываемое воровство хуже грабительства. Грабитель, по крайней мере, стыдится, когда ворует, а этот похищает с дерзостью. И такой мытарь вдруг сделался евангелистом. Как и каким образом? И проходя, говорится в Евангелии, Иисус увидел Матфея, сидящего, и сказал ему: «Следуй за мною». О, сила слова! Брошена уда и пленника сделала воином. Грязь обратила в золото, брошена уда, и тотчас мытарь восстал и пошел за ним. Он был во глубине нечестия и взошел на высоту добродетели. Итак, возлюбленные, пусть никто не отчаивается в своем спасении. Грех не в нашей природе. Мы сподоблены воле и свободы. Ты мытарь, можешь сделаться евангелистом. Ты богохульник, можешь сделаться апостолом. Ты разбойник, можешь приобрести рай. Ты волхв, можешь поклониться владыке. Нет такого греха, который не изглаждался бы покаянием. Для того Христос и избрал крайние степени нечестия, чтобы никто при конце не мог чем-нибудь оправдаться. Не говори мне, я погиб, что мне остается делать? Не говори мне, я согрешил, что мне делать? У тебя есть врач, который выше болезни. У тебя есть врач, который побеждает силу болезни. У тебя есть врач, который лечит одним мановением. У тебя есть врач, который исцеляет одной волей, который и может, и хочет врачевать. Если он произвел тебя из небытия, то тем более может исправить тебя уже существующего и поврежденного. Разве ты не слышал, как он, взяв персть от земли, образовал человека, как сделал землю плотью, как устроил нервы, как кости, как кожу, как жилы, как нос, как глаза, как ресницы, как брови, как язык, как грудь, как руки, ноги, как все прочее. Взята была земля, одно вещество. Явилось творчество и образовало разнообразное произведение. Ты не можешь сказать, каким образом ты создан. Точно так же не можешь сказать, каким образом истребляются грехи. Если огонь, падая в терния, истребляет его, то тем легче воля Божия истребляет и с корнем исторгает наши прегрешения. И грешника делает подобным безгрешному. Не спрашивай, как это бывает, не исследуй, как это совершается, но веруй чуду. Ты скажешь: я согрешил много, и грехи мои велики. Но кто же без греха? Ты скажешь: я согрешил тяжело, больше и хуже всех людей. Но тебе достаточно принести такую жертву. Скажи беззаконие твои, чтобы оправдать тебя. Исайя 43:26. Признайся, что ты согрешил, и это послужит началом твоего исправления. Сетуй, умились, проливай слезы. Разве другое, что пролила евангельская блудница? Ничего другого, кроме слез раскаяния. Она взяла себе руководителем покаяния и пришла к источнику. 465. Но выслушаем, что говорит мытарь и евангелист. И шел Иисус оттуда в страны Тирские и Сидонские. И вот жена, удивляется евангелист, вот жена, древнее орудие дьявола, изгнавшая меня из рая, мать греха, путеводительница преступления, такая жена той же самой природы приходит к Иисусу. Новое и необычайное чудо. Иудеи убегают, а жена идет вслед за ним. Матфея 15, 21-22. Хананиянка, вышедшая из всех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Жена делается благовестницей, исповедует и божество его, и домостроительство, словом «Господи!» исповедует владычество.
а словами «сын Давыдов» – принятие им плоти. «Помилуй меня!» – посмотри на любомудрую душу. «Помилуй меня!» – говорит она. «Я не имею добрых дел, не имею дерзновения по своей жизни. Прибегаю к милости, к общей пристани грешников. Прибегаю к милосердию, где нет судилища, где спасение подается без испытания». Таким образом, будучи грешницей и беззаконницей, она смелилась приступить к Иисусу. Заметь еще любомудрие жены. Она не просит Иакова, не умоляет Иоанна, не обращается к Петру, не разделяет сонма их. «Я не имею нужды в посреднике, но, взяв ходатаем своим покаяние, приступаю к самому источнику. Он для того и пришел, для того и принял плоть, чтобы и я беседовала с ним. Вверху херувимы трепещут, внизу блудница беседует с ним. Помилуй меня». Простое слово, но в нем находит она неисчерпаемое море спасения. «Помилуй меня». Для этого ты пришел, для этого ты принял плоть, для этого ты сделался тем, что и я. На небе трепет, на земле дерзновение. Помилуй меня, я не имею нужды в посреднике. Сам помилуй меня. Что тебе нужно? Ищу милости. Чем ты страдаешь? Дочь моя беснуется жестоко. Природа моя терзается, жалость возбуждается. Так она пришла ходатайствовать за дочь. Не принесла больной, а принесла веру. Он Бог и все видит. Дочь моя жестоко беснуется. Ужасное страдание. Естественное чувство жалости, как жало терзает мою утробу, возмущает внутренность. Что мне делать? Я погибаю. Почему же ты не говоришь «помилуй дочь мою», но «помилуй меня»? Она больше... Больна до бесчувствия, не сознает своего страдания, не чувствует своей боли. Отсутствие сознания, или лучше бесчувствие, служит для нее завесой несчастья. Помилуй меня, свидетельница ежедневных страданий. У меня в доме зрелище несчастья. Куда мне уйти? В пустыню. Но я не смею оставить ее одну. Дома ли остаться? Но здесь я нахожу внутреннего врага. Волны в пристани, зрелище несчастья. Как мне назвать ее? Мертвой, но она движется. Живою, но она не сознает, что делает. Не могу найти слова для выражения этой болезни. Помилуй меня. Если бы умерла дочь моя, то я не так страдала бы. Я предала бы тело ее в недра земли, и с течением времени забыла бы о несчастье, и рано зажила бы. Теперь же у меня постоянно перед глазами труп, расстравляющий мои раны, усиливающий мои страдания. Каково мне смотреть на ее извращающиеся глаза, изгибающиеся руки, распущенные волосы, истекающую пену, на этого палача, который находится внутри и не обнаруживается, на мучителя, который невидим, а удары его видимы. Я поставлена зрительницей бедствий других, поставлена необходимостью природы. Помилуй меня. Ужасна эта буря, страдание и вместе страх. Страдание природы и страх от беса. Я не могу ни подойти, ни коснуться ее. Сострадание побуждает меня, а страх отгоняет. Помилуй меня. Представь любомудрие жены. Она не пошла к волхвам, не призвала колдунов, не делала привязок, не стала нанимать ворожей женщин, которые вызывают бесов и усиливают рану. Но, оставив дела дьявола, обратилась к Спасителю душ наших. «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется!» Вы понимаете это страдание? Те из вас, которые стали отцами, помогите моему слову и вы, которые стали матерями. Я не могу выразить словами бедствие, которое терпела эта женщина. «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется!» Видишь ли, любомудрие жены? Видишь ли ее твердость, мужество, терпение? Стих 23. Но он не отвечал ей ни слова. Странные дела. Она просит, умоляет, оплакивает свое несчастье, усиливает свое сетование, высказывает страдания. И человека любит, не отвечает, слово молчит, источник не отверзается, врач не подает врачевства.
Что это за необыкновенное, что за странное дело? К другим ты сам приходишь, а эту пришедшую к тебе отгоняешь. Но посмотри на мудрость врача. Он же не отвечал ей ни слова. Почему? Потому что обращал внимание не на слова, но знал тайные помышления. Он же не отвечал ей ни слова. Что же, ученики? Так как жена не получила ответа, то они подошли к нему и сказали: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Но ты слышишь внешний голос, а я внутренний. Велик вопль уст ее, но больше вопль души. Отпусти ее, потому что кричит за нами. Другой евангелист говорит: «Пред нами». Слова противоположные, но не ложные, потому что она делала то и другое. Сперва она кричала сзади. Когда же он не отвечал, то она подошла спереди, как пес, лижущий ноги господина своего. «Отпусти ее!» Она составила зрелище, собрала народ. Они имели в виду человеческую скорбь, а Господь – человеколюбие и спасение жены. «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Что же Христос? «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Ответом своим он еще более растравил рану. Он был врач, рассекающий не для того, чтобы разделить, а чтобы соединить. 467. Здесь слушайте меня со вниманием и обратите ко мне ум ваш, потому что я хочу исследовать глубокий предмет. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Неужели это все? Неужели ты сделался человеком, принял плоть, совершил такие дела домостроительства для того, чтобы спасти один этот угол земли, и притом погибающий? А вся вселенная, скифы, фракиане, индийцы, мавры, киликийцы, каппадокийцы, сириане, финикияне и вся земля, которая освещает солнце, разве лишаться этого? Разве ты пришел для одних иудеев, а язычников оставляешь в пренебрежении? Разве ты не взираешь на смрад, не смотришь на дым, не обращаешь внимания на оскорбление отца твоего, на поклонение идолам, на почитание бесов? Между тем, пророки не так говорили. А что? Например, говорит твой праотец по плоти: «Проси у меня, и дам тебе народы в наследие и пределы земли во владение». Псалом 2.8. И Исаия, видевший херувимом, говорит: «В тот день корню Иессееву, который восстанет как знамя, будут пресекать народы». Иаков: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, на которого надеяться будут народы». И Малахия 1.10.11. «Лучше кто-нибудь бы из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить тимьян имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». И еще Давид: «Все народы, восплещите руками, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Вышний страшен, Царь великий по всей земле. Взошел Бог при восклицании, Господь при гласе трубном». И еще другой: «Возвеселитесь, народы, с людьми его, и язычники. И ты сам, пришедший, не призвал ли тотчас волхвов, эту твердыню язычников, силу дьяволам, могущество бесов, и по снисхождению не сделал ли их провозвестниками? Ты призываешь волхвов, пророки говорят о язычниках, и по воскресении из мертвых ты говоришь ученикам: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Когда же пришла эта несчастная, бедная, просящая о дочери, умоляющая облегчить ее несчастье, тогда ты говоришь: «Я послан только к погибшим овцам Израилевым». Когда пришел сотник, ты говоришь: «Я пойду и исцелю его». Когда говорил разбойник, ты отвечал: «Ныне же будешь со мною в раю». Когда принесен расслабленный, ты говоришь: «Встань, возьми одр твой и иди». Когда умер Лазарь, ты говоришь: «Лазарь, выйди вон!» И четверодневный вышел.
Прокаженных ты очищаешь, мертвых воскрешаешь, расслабленного укрепляешь, слепых исцеляешь, разбойников спасаешь, блудницу делаешь целомудреннее девы, а этой не отвечаешь ничего. Что за новое, что за необычайное, что за странное дело? Внимательно слушайте, чтобы узнать твердость этой жены и мудрость, и попечительность Господа, чтобы видеть, как медление приносит пользу, чтобы видеть, как отказ доставляет богатство, чтобы и тебе, если ты будешь молиться и не получать, никогда не оставлять молитвы. Слушай же с напряженным вниманием. Когда иудеи были избавлены от владычества египтян и, избегши рук фараона, прошли пустыню и намеревались вступить в землю хананеев, идолопоклонников и нечестивцев, которые поклонялись камням, почитали деревья и обнаружили в жизни великое нечестие, то Бог дал им следующий закон: «Не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Второзаконие 7.3. «Не давай им золота, не сообщайся с ними в трапезе, не живи вместе и не делай ничего подобного, потому что нечестивы эти народы, которым я ввожу тебя, чтобы ты овладел ими». Таким образом, почти сам закон предписывал иудеям: «Не покупай, не продавай, не заключай браков и договоров, а будь хотя и близок к ним по месту жительства, но далек по образу жизни. У тебя не должно быть ничего общего с ними, ни договоров, ни продажи, ни купли, ни сватовства, ни замужества, чтобы необходимость родственных отношений не вовлекла тебя в нечестие, чтобы, давая и получая, ты не сделался другом их, но будь всегда врагом их. У тебя не должно быть никакого общения с хананеями. Не принимай от них ни золота, ни серебра, ни одежды, ни дочери, ни сына и ничего другого подобного. Но живи сам по себе. У тебя есть язык, который отличает тебя от них. И этот закон я дал тебе». Почему закон и называется ограждением? Как виноград окружается оградою, так иудеи законом, чтобы они, приступив его, не смешались с хананеями. А у тех были незаконные смешения, извращения законов природы, поклонение идолам, боготворение деревьев, оскорблявшее Бога, приношение в жертву детей, унижение отцов, бесчестие матерей. Все извращено, все искажено. Они жили бесовской жизнью. Поэтому иудеи не имели с ними никаких сношений, ни договоров, ни торговли. Закон под угрозой тяжких наказаний запрещал браки с ними, договоры, сватовство. Иудеи ничего общего не имели с ними. Итак, законом было запрещено иметь сношение с хананеями, давать им золото или что-нибудь другое, чтобы дружеское отношение не послужило поводом к нечестию. Закон окружал иудеев подобно ограде. Виноград, сказал Господь, я насадил и обнес его оградою. То есть законом, Исаия 5.2, который состоит не из ветвей, а из заповедей, который ограждал их и отделял. Таким образом, хананеи были люди отверженные, презренные, нечестивые, развратные, преступные, нечистые. Поэтому иудеи, исполняя закон свой, не хотели даже слушать их. А так как эта женщина была из хананеев, вот евангелист говорит: «Жена хананеянка пришла от пределов тех мест». Так как эта женщина была из хананеев и приступила ко Христу, то он и поступил с нею так, чтобы иметь право сказать: «Кто из вас обличит меня во грехе? Нарушал ли я закон?» Сделавшись человеком, он исполнял и человеческие дела. 469. «Слушайте же со вниманием слова мои. Эта женщина была хананеянкой из тех пределов, где господствовали разврат, неистовство, нечестие, власть дьявола, бесовские пиршества, где попирали природу и унижались за бессмыслие бессловесных. До неистовства бесов. А закон предписывал: не имей ничего общего с хананеями, не давай, не принимай от них, не бери жены, не принимай сына, не заключай ни договоров, ни условий, ограждая иудеев как бы оградою. И так как сам Христос, пришедший на землю и облегшись в оружие человеческое, был в свое время обрезан, приносил жертву и приношение и все прочее, хотя он имел прекратить закон,
то дабы не сказали, что он потому уничтожил закон, что не имел сил исполнить его, поэтому он сперва исполняет его, а потом уже прекращает. Дабы ты не подумал, что он бессилен, для этого он исполнял все по обычаю, и потому говорил: «Кто из вас обличит меня во грехе?» Так как, говорю, по закону не должно было иметь никакого общения с хананеями, то дабы иудеи не стали обвинять его и говорить: «Мы не верим тебе, потому что ты беззаконник. Ты нарушаешь закон, пошел в страну хананейскую, сообщаешься с хананеями, тогда как закон запрещает сообщаться с ними». Поэтому-то он сначала и не говорит ей ничего. Заметь, как он и закон исполняет, и жену не лишает спасения. Иудеям заграждает уста и ее обращает к себе. Он же, сказано, не отвечал ей ни слова, как бы внушая следующее: «Не ищи предлогов к обвинению меня, смотри, я не говорю, не вступаю в беседу, вот несчастье, я не являю своего действия, вот корабль крушения, и я, кормчий, не укрощаю бури по причине вашей безрассудности, чтобы вы не имели повода обвинять меня. Вот эта женщина собрала вокруг меня зрителей и не получает ответа, чтобы вы не сказали: ты продался хананеем, нарушил закон, и на этом основании мы можем не верить тебе. Видишь, как он не отвечает жене, чтобы ответить иудеям. Молчание его к жене было голосом обличения безрассудности иудеев. Это делал он не по собственному достоинству, но по снисхождению к немощи иудеев. Так и тогда, когда он очистил прокаженных, то сказал: «Идите, принесите дар, как повелел Моисей». «Ты очистил и отсылаешь его к закону Моисея?» «Да». «Для чего?» «Из-за иудеев, чтобы они не стали обвинять меня в нарушении закона. Поэтому, когда он исцелял прокаженного, то исцелил его необыкновенным образом. А как, послушай? И вот прокаженный, подойдя, кланялся ему и говорил: «Господи, если хочешь, то можешь очистить». И, простерши руку, Иисус коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». Но по закону не позволялось прикасаться к прокаженному. Так, когда пришел к пророку Елисею военачальник Нииман, зараженный проказою, то ученик сказал ему: «Вот прокаженный военачальник стоит вне». Пророк приказывает ученику выйти и сказать ему: «Иди и умойся в Иордане». А сам не решился выйти посмотреть на прокаженного и коснуться его. Так как и Елисей очистил прокаженного, то дабы не сказали иудеи, что Христос очищал подобно Елисею, для того этот не решается коснуться прокаженного, а Христос касается и говорит: «Хочу очистить», и, простерши руку свою, коснулся его. Для чего прикоснулся? Для того, чтобы показать тебе, что он не раб, подчиненный закону, а владыка, стоящий выше закона. Чем же он исполнил закон? Тем, что сказал: «Хочу очистить», а не тотчас коснулся его. Предшествовало слово, прогнало болезнь, а потом он коснулся нечистого и сказал: «Хочу очистись». Как? И тотчас очистился. Евангелист не нашел выражения, потому что слово «тотчас» выражает не так скорое действие, не нашел выражения, соответствующее быстроте действия. «Тотчас», то есть «как». То самое время, как бы произнесено слово, уничтожилась болезнь. Прошла проказа, и прокаженный стал чистым. Затем он говорит: «Иди, покажись священникам и принеси дар, который повелел Моисей, во свидетельство им». Кому? «Иудеям, чтобы они не говорили, что я нарушил закон. Я исцелил и говорю: принеси законный дар, чтобы в тот день прокаженный обвинил их, сказав: он повелел мне принести дар по закону». И как многое Христос совершал ради иудеев, чтобы сделать их во всем безответными, так поступал он и здесь. «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступившие, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам Израиля». Чтобы не сказали иудеи: «Ты оставил нас и пошел к чужим, и потому мы не веруем тебе». Он говорит: «Вот, приходят и из язычников, и я не принимаю их. Вас, убегающих от меня, призываю. Придите ко мне все труждающиеся, и вы не идете,
а эту отгоняю. И однако она остается. Люди, которых я не знал, говорит Господь, по одному слуху о мне повинуются мне. И в другом месте: я явился не ищущим меня, я найден не вопрошавшим о мне. Отпусти ее, ибо сильно кричит вслед нас. Посмотрим же, что отвечает Христос. Я послан только к погибшим овцам Израилева дома. Не были ли это слова отказа? Он как бы так говорит: отойди. Нет ничего общего между тобой и мною. Не для тебя пришел я, но пришел для иудеев. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Услышав это, она сказала: так, Господи, помоги мне. И поклонилась ему, говоря это. Он же сначала не отвечал ей, а потом посмотри, каков был ответ. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. О, попечительность врача! В самом отказе он обращает ее к себе. Нехорошо взять хлеб у детей. У каких детей? У иудеев. И бросить псам, то есть вам. 471. Поистине Господь сказал это для посрамления иудеев, потому что они, называемые чадами, сделались псами. Поэтому Павел говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, ибо обрезание мы. А язычники назывались псами и сделались чадами. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос. Эта похвала есть обвинение для иудеев. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам. Что же жена? Так, Господи. О, твердость жены! О, ревность души! Врач говорит: нет. Она говорит: да. Господь говорит: нет. Она говорит: да. Не обвиняя и не укоряя его, но ожидая спасения. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам. Так, Господи. Ты называешь меня псом, а я называю тебя Господом. Ты унижаешь меня, а я прославляю тебя. Так, Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. О, мудрость жены! Из того же примера она заимствует приличные доказательства. Ты называешь меня псом? Я и буду питаться, как пес. Не отказываюсь от этого унижения, не избегая этого названия. Приму пищу пса. Так указывает она на дело обыкновенное. Ты стой на своем. Ты назвал меня псом. Дай же мне крупицу. Ты сделался защитником моей просьбы. Покажи при отказе снисхождение. Так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Что же тот, который отказывал, отвергал, отгонял, говорит: нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам. Так же говорит: я послан только к погибшим дома Израилева. О, жена, говорит он, велика вера твоя. Ты вдруг стал хвалить, прославлять жену? Уже не отгоняешь, не отвергаешь ее? Успокойся. Для этого я и медлил. Ведь если бы я сначала отпустил ее, то ты не узнал бы ее веры. Если бы она сразу получила, то тотчас и ушла бы, и никто не видел бы ее сокровище. Для того я и медлил даянием, чтобы всем показать ее веру. О, женщина! Бог говорит ей: о, женщина! Пусть выслушает это те, которые молятся без усердия. Когда я говорю кому-нибудь: проси Бога, молись Ему, прибегай к Нему с молитвой, то он отвечает: я просил однажды, дважды, трижды, 10, 20 раз, и еще не получил. Не переставай просить, брат, пока не получишь. Конец молитвы – получение просимого. Тогда перестань, когда получишь, или лучше и тогда не переставай. Но и тогда пребывай в молитве. Если ты не получил, то молись, чтобы получить. Если же ты получил, то благодари за то, что получил. Многие приходят в церковь, произносят 1000 стихов молитвы и выходят, не зная, что говорили они. Уста их движутся, а слух не слышит. Ты сам не слышишь своей молитвы. Как же хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву? Ты говоришь: я преклонял колено. Но ум твой блуждал вне. Тело твое было внутри церкви, а мысль твоя вне. Уста произносили молитву,
а ум исчислял доходы, договоры, условия, поля, владения, собрания друзей. Дьявол зол. Он знает, что во время молитвы мы делаем великие успехи, потому тогда он и нападает на нас. Часто, лежа спокойно на постели, мы ни о чем не мыслим. А когда приходим молиться, появляется тысячи помыслов, чтобы мы вышли без пользы. Итак, возлюбленный, зная, что так бывает во время молитвы, подражай хананиянке. Хотя ты и муж, однако подражай жене иноплеменнице, слабой, отверженной и презираемой. Ты не имеешь бесноватой дочери, но ты имеешь грешную душу. Что сказала хананиянка? «Помилуй меня, ибо дочь моя жестоко беснуется». Так и ты скажи: «Помилуй меня, душа моя жестоко беснуется». Грех есть великий бес. Бесноватый возбуждает сострадание, а грешник – ненависть. Тот заслуживает прощения, а этот не имеет оправдания. «Помилуй меня». Краткое слово, но оно нашло море человеколюбия. Потому что где милость, там все блага. Даже когда ты будешь вне церкви, взывай и говори: «Помилуй меня». Говори, хотя не двигай уст, но взывай умом. Бог услышит, и тех, которые молчат. Для этого требуется не место, а прежде всего настроение. Иеремия был в грязной яме и привлек к себе Бога. Даниил был во рве львином и благорасположил к себе Бога. Три отрока были в печи, и, воспевая, умилостили Бога. Разбойник был пригвожден ко кресту, и крест не воспрепятствовал ему, но отверз рай. Иов сидел на гноище и воспользовался милостью Божией. Иона был во чреве кита, и Бог внимал ему. Будешь ли ты в умывальнице, молись. Будешь ли в дороге или на постели, и где бы ты ни был, молись. Ты – храм Божий. Не ищи же места, нужна только душевное расположение. Хотя бы ты стоял пред судьею, молись. Когда гневаешься, судья, молись. Некогда впереди было море, позади египтяне, а посредине Моисей. Великое было затруднение для молитвы, но велика была и широта молитвы. Сзади гнались египтяне, впереди было море, а посредине нужно было молиться. Моисей ничего не произносил, а Бог говорит ему: «Что ты вопиешь ко мне?» Исход 14.15. Уста его не говорили, но ум взывал. Так и ты, возлюбленный. Когда стоишь пред судьею, гневным, беспощадным, угрожающим величайшими наказаниями, или перед другими палачами, делающими то же самое, то молись Богу. И в то время, когда ты будешь молиться, волны утихнут. Судья против тебя? Ты прибегай к Богу. Начальник нападает на тебя? Ты призывай Господа. Разве он человек, чтобы тебе искать его в каком-нибудь месте? Бог всегда близ есть. Если ты хочешь просить человека, то сначала спрашиваешь, что он делает, не спит ли, не занят ли, и слуга не отвечает тебе. А у Бога нет ничего такого. Куда бы ты ни ушел и стал призывать его, он слышит. Ни занятия, ни посредник, ни слуга не отдаляют, и не отделяют его от тебя. Скажи: «Помилуй меня», и Бог мгновенно делается присущ. «Еще ты говоришь, — говорит пророк, — а я пришел». О, слово, исполненное благости! Он не ожидает окончания молитвы. Еще прежде, нежели окончишь молитву, ты уже получаешь дар. «Помилуй меня». Будем же, увещеваю вас, подражать этой хананиянке. «Помилуй меня, дочь моя жестоко беснуется», — говорила она. Господь же говорит ей: «О, женщина! Велика вера твоя, да будет тебе, как ты хочешь». Где еретик? Не сказал он: «Я буду просить отца моего», не сказал: «Я буду молить родившего меня». Имел ли он здесь нужду в молитве? Нет. Почему? Потому что была великая вера, был великий сосуд. Потому и излилась великая благодать. Где нужна еще молитва, там слабый сосуд. «О, женщина, велика вера твоя! Ты не видела мертвого воскрешаемым, не прокаженного очищаемым, ты не слушала пророков, не изучала закона, ты не видела моря разделяемым, не видела никакого другого знамения, совершаемым мною.
но даже была унижена мною и приведена в смущение. Я отверг страдание твое, и однако ты не отошла, а осталась. Получи же, наконец, и от меня достойную и надлежащую похвалу. О, женщина, велика вера твоя!» Жена эта умерла, но похвала ее остается, блистая, светлее диадемы. Куда бы ни пошел, везде слышишь слова Христовы. «О, женщина, велика вера твоя!» Войди в церковь персов и услышишь Христа, говорящего. «О, женщина, велика вера твоя!» Равно как и в церковь готов, варваров, индийцев, мавров и какую только страну освещает солнце. Христос произнес одно слово, и это слово не умолкает, но громким голосом возвещает ее веру. «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему!» Исцелилась дочь ее в тот час. Не сказал: «Пусть исцелится дочь твоя», но «Да будет тебе по желанию твоему!» Ты исцели ее, ты будь врачом. Тебе веряю врачевство, поди и приложи его. «Да будет тебе по желанию твоему!» «Воля твоя пусть исцелит ее!» Так хананиянка исцелила дочь волею своею, и Сын ли Божий не исцеляет сам собою? «Да будет тебе по желанию твоему!» Жена не повелевала и не запрещала бесам, только захотела. И хотение жены исцелило больную и изгнало бесов. «Где те, которые дерзают говорить, что Сын совершал чудеса молитвою?» «Да будет тебе по желанию твоему!» «Посмотри на величие слов его!» В них он подражает отцу своему. Когда Бог творил небо, то сказал: «Да будет небо, да будет солнце, и стало солнце, да будет земля, и стала земля». Повелением он произвел бытие. Так и Христос говорит: «Да будет тебе по желанию твоему». Сродство выражений доказывает общность природы их. И исцелилась дочь ее в тот час. Когда? В тот час. Не в то время, когда мать ее пришла домой, но еще прежде, нежели пришла. Она пришла найти ее беснующуюся и нашла здоровую, исцеленную ее желанием. Будем же за все благодарить Бога. Ему подобает слава во веки веков. Аминь.